Вездеходы на воздушных подушках проходят финальную проверку на готовность к межсезонью на реке Обь. Перевозить пассажиров между городами Салехард и Лабытнанги будут два борта, третий останется в резерве. Сезон подушек начнется сразу же после закрытия автомобильного движения по ледовой переправе. В прошлом году подушки начали весенний сезон 26 апреля, в 2015 – 6 мая. Как сообщает пресс-служба губернатора округа, в этот раз дорожники надеются продержать переправу открытой до 6 мая. Но в случае необходимости вездеходы Ямал-Автодора оперативно свяжут города между собой. Стоимость билета на воздушную подушку для пассажиров составит 110 рублей. Провоз багажа обойдется в 55 рублей. А расписание появится в павильонах в самое ближайшее время. Со стороны нашего города будет организована транспортировка пассажиров от павильона ожидания до посадки на борт судна. Эта услуга останется бесплатной. Напомню, сейчас на ледовой переправе Салехард-Лабытнанги открыт проезд только для автомобилей повышенной проходимости грузового транспорта массой до 20 тонн. Въезды на причал переправы затруднены, выступает вода. На сезонной трассе работает спецтехника. Дорожники поддерживают состояние переправы для транспорта повышенной проходимости.